Харьков, 11 мая, 14 год, 15:52 по Киеву. Так, Украина, це ми. Харьков, так, что я хотел сказать. По всему городу идет такая как бы борьба между патриотическими силами украинскими, которые символику украинскую оставляют. Ну, видите, да, на столбах, на деревьях, там, на заборах. И людях, которые борьба между проукраинскими силами и, я уже не знаю, сепаратистами, не сепаратистами, как их назвать. Видно, наверное, да, зарисовывают, люди черкают. Такие пакости на этих украинских флагах пишут. Ну и должен сказать, что по моим наблюдениям с разгромным счетом побеждают патриотические силы. Что меня, конечно, радует. Я человек не объективный, но вот такие, мне кажется, соотношения. Один, наверное, даже не к 10, а там к 20. Символики больше.